Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами находимся в магазине низких цен «Светофор» по адресу город Ульяновск, проспект Гая, 69. Посмотрим ассортимент и новинки. В продаже появился удлинитель силовой торговой марки «Вольстон». 25 метров, одна розетка, максимальная подключаемая мощность 1300 Вт. Производитель «Республика Беларусь». Все удлинители черного цвета, цена 408. Также есть рабочая лампа-переноска в пластиковом корпусе. «Ультрафлэш» торговая марка, мощность 60 Вт, длина провода 15 метров, производитель «Беларусь». Цена 300 рублей. Бассейн быстро устанавливаемый торговой марки Bestway. Диаметр 305 сантиметров, высота 76. Материал ПВХ. Производитель Китай, цена 4418. Еще одна новиночка для деток – это набор фломастеров. Здесь 12 цветов, цвета все яркие. Производитель Китай, цена 38. А еще привезли наборы школьных обложек для тетрадей и дневников. В упаковке их 10 штук, цена 26,30. Салатник из опалого стекла торговой марки Бармиоли Рокко. Размер 25 на 24 сантиметра, производитель Италия, стоимость 210 рублей. В магазине «Светофор» новые сковороды, сотейник литой с антипригарным покрытием. И у него еще ручка с покрытием Soft Touch, 26 сантиметров диаметр, производитель Россия, цена 842 рубля. В наличии этого магазина есть очень красивые праздничные вазы на ножке. Диаметр 32 сантиметра, производитель «Гусь хрустальный». Они изготовлены из натрикальтосиликатного стекла. На выбор есть два варианта. Есть еще вот такая вазочка, тоже диаметр 32 сантиметра. Цена 329 рублей. Тарелка суповая, стеклянная, с декором листья. Диаметр 22 сантиметра, объем 800 миллилитров. На выбор есть два варианта. Есть еще вот такая черная, тоже 22 сантиметра. Цена 94 рубля. Из этой же серии посуды есть десертные тарелочки диаметром 20 сантиметров, в составе стекло, производитель России, цена 68. Светодиодная лампа мощностью 20 Вт, аналог лампы накаливания 125 Вт. Цоколь Е27, холодный свет, здесь 4000 Кельвин, производитель Китай, стоимость 67 рублей. А это блюдо Ляган, геральдическая лилия, диаметр 30 сантиметров, изготовленная из фарфора, цена 385. Из этой же серии посуды есть тарелка глубокая, диаметром 19 сантиметров, в составе тоже фарфор, производитель Китай, называется тоже геральдическая лилия, цена 55. Появились в продаже новые кружечки для чая, объем этой кружки 350 миллилитров, здесь они в ассортименте, производитель Россия, цена 65,80. Снова новинка в магазине «Светофор», это уже для деток, это годовой курс, развивающее пособие для дошкольника. Здесь увлекательные задания, печатные буквы и цифры, развитие мелкой моторики, лабиринты, раскраски и легкие задачи. Все это очень красочно, интересно, есть прописи, можно писать, рисовать. В общем, под любой возраст можно 5-6 лет, 4-5 лет. И, в общем-то, здесь они прям в ассортименте, смотрите, как их тут много. Формат 21 на 27,5, всего 96 страниц, производитель Россия. Стоимость 129 рублей. А еще здесь в продаже есть вот такие комплекты банок для сыпучих продуктов. В наборе 2 банки объемом 1 литр. Производитель Россия, цена 120 рублей. Зубная паста «Локолют Классик». Крепкие зубы, здоровые десны и свежее дыхание. Подходит только для взрослых. 65 грамм в упаковке, производитель Германия. Цена 70 рублей. В ассортименте по цвету есть подносы пластиковые с ручками размером 37 на 29 сантиметров. Стоят они здесь 56 рублей, производитель Россия. Омолаживающий крем торговой марки EF предназначен для рук и лица. Он с антиоксидантным эффектом, с экстрактом базилика и черной смородины. Стоит 36 рублей. Полотенце кухонное, крупная вафля, размером 40 на 60 сантиметров, в составе 100% хлопок, здесь они в ассортименте по цвету, цена 66 рублей, производитель Узбекистан. А еще здесь есть вот такие комплекты махровых полотенец, смотрите, какие красивые лепестки, дизайн называется. Два полотенца в комплекте размером 50 на 80 и 70 на 130. Они изготовлены 100% хлопка, очень красивая расцветка. Здесь есть несколько вариантов. Производитель «Премьер Текстиль», Республика Узбекистан. Прям качество отличное. На ощупь очень нежные, мягкие. Прям действительно чуется, что хлопок в составе. Красивые полотенца.
Классные. Стоимость такого набора 546 рублей. В ассортименте есть брюки-джоггеры. Смотрите, на резиночке низ и верх тоже на резинке. Имеются карманы, небольшой принт и шнурок вставлен. Размеры здесь есть разные. Производитель Узбекистан. В составе 80% хлопок и 20% полиэстер. Размерная линейка с 46 по 56 размер. По цвету есть несколько вариантов. Как уже сказала, здесь они в ассортименте. Стоимость 482 рубля. Джемпер мужской, трикотажный, тоже с принтом, с длинным рукавом. Давайте посмотрим, покажу, как выглядит все это. Классные. Так, производитель, я так понимаю, тоже Узбекистан. Размерная линейка с 48 по 56 в составе 95% хлопок и 5 эластан. На выбор есть несколько вариантов. Вот еще вот такая есть. Тут поярче немножко принт серого цвета. Цена 309 рублей. Еще одна новиночка в магазине «Светофор» – это мужские вот такие рубашки, ну как футболки с коротким рукавом, футболка поло. Все очень качественно прошито, с пуговичками, однотонные, без всякого принта, без рисунка. Расцветка здесь есть разная в ассортименте. Смотрите, какая даже яркая есть, розовая, больше как-то похожа даже на женскую. Вообще на ценнике написано, что они как бы мужские и женские есть. Стоят они 354 рубля в составе 100% хлопок. Производитель Узбекистан. В продаже есть очень классные пледы шерстяные торговой марки Влади Хом. Плед модель называется Шанхай, размер 140 на 200. В составе шерсть 40%, акрил 40% и хлопок 20%. Классные пледы в клеточку. Они, кстати, еще и вот с такими кисточками. Здесь есть вот развернутый плед. Качество отличное вообще. Мягкие такие, не колятся. Хорошие пледики, теплые. Производство Россия. Стоят они 800 рублей. А еще здесь в наличии есть вот такие комплекты постельного белья. Полисатин, ткань жатка. Комплекты полутораспальные, однотонные, цветные. Здесь в составе 100% полиэстер, в комплекте пододеяльник размером 215 на 145, простыня 215 на 150 и одна наволочка размером 70 на 70. Производитель Россия. Здесь они в ассортименте по цвету, есть розовые, зеленые и вот вижу еще голубые. Вот такие комплекты есть. Стоимость 649 рублей. Также в ассортименте здесь есть сидушки на стул, они с завязками, с наполнителем, размер 40 на 40 сантиметров. Производитель Россия, цена 159 рублей. Здесь вот еще целая куча, их прям только-только привезли. Смотрите, какие красивые. Таких еще я не видела. Прям целые большие упаковки лежат. Цена все та же, 159 рублей. В продаже есть подушка анатомическая с эффектом памяти. Размер ее 40 на 60 на 12 сантиметров. Здесь съемный чехол из 100% хлопка и наполнитель Memory Foam. Производитель России, Республика Татарстан, цена 1053. Детские джемперочки флисовые на замочках с длинным рукавом и с высоким воротом. Так вот они выглядят. Размерная линейка с 98 до 140 сантиметров в составе 100% полиэстер. Наличие здесь несколько расцветок, цена 271. Смотрите, какой большой ассортимент женских жилеток на молнии с карманами российского производства. Она причем еще идет такая тепленькая с наполнителем, с синтепоном. Размеры с 44 по 62, цена 385.